Всем привет, с вами Enjoy Smoke, меня зовут Роман, и сегодня мы продолжаем нашу серию видосов, посвященную клаудчейсерским сетапам и все, что с ними связано. Итак, приступим. Представляю вашему вниманию Goon и GetLow Mod, сочетающий в себе минимализм и высокую производительность. И начнем мы по порядку сверху вниз. С дрипки от 528 Custom Vapes. Goon – это отличная койл-билдерская дрипка, которая даст вам море вкуса и густых облаков. У этой дрипки две стойки с прижимными пластинами, благодаря чему сюда и помещаются дикая порнуха. Но несмотря на то, что Goon практически идеальная дрипка, к сожалению, она подойдет не каждому. Если ты мотаешь свои микрокойлы из 0.8 кантала, то она явно тебе не подойдет. Все дело в том, что она предназначена для плоских билдов. Это параллели, фьюзды, стегереды, элены и прочие билды, имеющие несколько жил в основании. Если же туда пихать одножильные намотки, то пластины попросту погнутся, и вам придется задаваться вопросом, где же их взять. Но, благо, Goon целиком и полностью подлежит кастомизации, поэтому вы сможете отдельно докупить все, начиная от стоек и заканчивая цветными телами для вашей дрипки. Ну что ж, закончили с Goon'ом и можем приступать к основной части нашего обзора, к мехмоду от GetLow Mods, очень популярному и заслуженно получившему свое признание в русскоязычном вейп-комьюнити. На данный момент мод доступен в трех версиях – латунный, медный и, как у нас, медный с черной порошковой покраской. Данное покрытие очень стойкое и дает приятное тактильное ощущение. По сути, кнопка ГЛМ – это один большой пин. Пружина здесь обеспечивает прямой ход, а изолятор не дает замыкать пружине весь контакт. Ведь все гениальное просто. Кнопка у GetLow посеребряная. С такой кнопки очень легко стирается нагар от микро-КЗ, и чуть позже я покажу, как это делается. Посеребрение долго окисляется, что дает длительное время эксплуатации без заморочек с чисткой и обеспечивает хорошую токопроводимость. Итак, вернемся к чистке нашей кнопки. Все, что вам для этого потребуется, это только А4 листик, плоская поверхность и сама кнопка. Ваша задача заключается в том, чтобы повторить те же самые действия, что вы видите на экране. Тем самым почистить кнопку от нагаров от микро-КЗ, при этом не деформируя поверхность кнопки, что может произойти, если вы будете использовать наждачную бумагу, даже самую мелкую. Очень важно, чтобы поверхность пина оставалась идеально ровной и гладкой, иначе о какой-то там прожарке вы можете попросту забыть. Итак, перейдем к немаловажному фактору, а именно к качеству исполнения. Мехмод, по словам производителя, состоит из чистой меди с минимальным количеством примесей, а резьбы здесь выполнены просто идеально. И вытачиваются ГЛМы на бельгийских станках фирмы Haas, которые стоят чуть дороже двух новых Porsche Cayenne. Хотя, что самое интересное, резьбы в цепи не участвуют, ну конечно, кроме коннектора под атомайзер. Представляете, о чем идет речь, если столько внимания уделяется деталей, которые даже не участвуют в цепи? Ну что ж, подведем итог. ГЛМ с Goon'ом – это отличный минималистичный сетап для тех людей, кто хочет получить за относительно небольшие деньги максимальное КПД и шикарное качество. На этом у меня все. Спасибо всем, кто смотрел это видео до конца. Надеюсь, оно было полезным для вас. И не забывайте подписываться на наш канал. Пока!